Пшеничные хлопья. Иван рано просыпается и хочет есть. Он идет на кухню. Там он видит молоко и пшеничные хлопья. Он открывает коробку хлопьев. Внутри лежит игрушка. Это маленькая. Машинка. Он достает игрушку из коробки. Потом он насыпает хлопья в миску. Он наливает в миску молоко. Он убирает коробку. Он отдаст машинку своему сыну. Сыну она понравится.